В очередной серии на электростанции Северогорска происходит авария, и вновь открывшийся парк аттракционов на какое-то время оказывается обесточенным. Спасатели вызволяют людей с отключенных аттракционов, а техник по имени Василиса идет чинить карусель. Когда электричество включает, Василисе намертво зажимает руку механизм. Ей грозит ампутация. Шимко, боясь, что органы опеки не дадут одинокой женщине удочерить Сабину, предлагает Гирееву на ней жениться.